Укрепление мышц пресса в вертикальном положении. Инструкция. Исходное положение. Лечь спиной на пол, положив руки за голову. Поднять ноги в вертикальное положение. Мышечные сокращения. Сокращая мышцы пресса, поднять плечи, одновременно отталкиваясь ступнями вверх. Завершение. Расслабить мышцы и вернуться в исходное положение. Задействованные мышцы. Дыхание. Типичные ошибки. Поднимать сначала плечи, а затем поднимать ноги. Отталкиваться ногами вперед, а не вверх. P4 PCAM.